Мы сегодня снимали видео для нашего рабочего канала Color Braids. И, конечно, как я поняла, снимать видео с нашим сервальчиком это очень сложно. Он свою любовь, вот эту манекенью голову, просто замучил. Лексюнь. Я не знаю, что он об нее трется, потому что она пахнет волосами, при том, что большая часть волос там искусственная. Он даже умудрился сломать крепление к этой голове. Вот. Но его это не смущает. Я уже съемку для канала закончила, убрала все. А он продолжает ее обнимать. Мальчик, это что, любовь твоя? Любовь похожая на сон. Вот, посмотрите на него. Ссылочку, кстати, на канал этот я вам к видео прикреплю. Кому интересно, вы можете подписаться. Конечно, там не рабочий канал, и, естественно, там будет все про афроплетение, но так как Лекс работает со мной и ездит со мной на работу, то он периодически мелькает видео, будет мелькать видео. И если вам такого рода контент интересен, то можете следить еще там. Сейчас он просто, видимо, решил дозамучивать голову. Ее, видимо, придется мыть. Ты, Лекс, все косы ей растрепал. Все абсолютно косы растрепал. Посмотри, на что она сейчас похожа. Куда ты ее хочешь? В свое логово утащить? Ты весь в слюнях своих. Ты посмотри, ты похож на Чучандру. Вот что у него в голове в этот момент? А? Вот что у тебя в голове в этот момент?
Это, кстати, его любимая голова. В студии есть еще другая, с такими белыми длинными волосами. Он ее так не треплет. А это прям у него любовь. Все, сейчас голова твоя упадет. Все. Забирай. Ее после этого только выкинуть, Лекс, а не брейды из нее заплетать. Сейчас ее отломаешь вместе с этим, со столом. Ты что, предложение делаешь?